Так, согласно правилу 15-16 Вселенского собора I Никейского, не разрешается переход с метрополии в метрополию. Является ли это нарушение в наши дни? Нет, дорогой, это нас спрашивает, этот вопрос задает Сергий. У нас давным-давно, еще с тех времен, утвердилась, с 4 века, утвердилась практика переводить человека за время жизни с кафедры на кафедру по много раз, поэтому наши митрополиты и епископы, начинающие на одной кафедре, заканчивают, продолжают на другой, заканчивают на третьей. И это уже давно уже не стало большим, так сказать, вопросом для церковной жизни. Хотя, конечно, лучше на одной кафедре родиться, на одной кафедре умереть. Тогда все видно. Кто ты, и что ты, и кто твоя паства, и кто ты в этой пастве. Но это общецерковная масштабная проблема, которую мы с вами с тобой не решим. Но должны признать, что это уже давнишняя практика, отличающаяся от постановлений Первого Вселенского Собора. К сожалению. К сожалению.